Так, Дазик пришел. Но у меня вроде стол не самый слабый. Но я хочу... Не хочу выигрывать, если честно. Я не хочу ни гоблина менять этим. Лейт есть, карточка есть. Перков много, поэтому... Сразу лейт приметим. Да, еще и шаг. Ну все, шикарно. Выиграно как по учебнику получается. Да, первые раунды, конечно. Че, чатик, можно в шарики поиграть? Тут опять или чей-то стрим посмотреть. ЦК есть, да. Да, он мне. А, так возьму. Двойной хил, ребят. Ура. Где фура? Так, два чисто математически. С ракеты не будет. Первый раз об на восьмом. Кар соло дефает в четвертом. Давай возьмем.
is nothing. Еще под манго юнитов, да, набирает на самом деле. Манго или волт? Волт как бы проще намного. Просто сидишь дальше, проигрываешь. Калустрик плюс 2 с блинком. А вот манго там надо будет. Ну, мне кажется, чисто вот смотреть очень много престов, которые тоже будут что-то. Никуда не спешить. Манга и элитка, наверное, самая сильная. Потом уже и карточки, все остальное. Тут у нас у обоих по 85 кп. И тангусов одинаково. Классико. Да. Князь, здравствуй. Лишний урон получаем. БХ решили подфармить. Драгу купить? Ну, я так дефну. Может, сейчас тоже придет. Так дефним. Павлович, я вот даже не знаю, что сказать на такой вопрос. Она не общается со мной. Так что, не знаю. Как-то так. А за рандомен? А, хороший рандом. Да. Да, ничего страшного. Все нормально. Бывает. Так, что тут у нас? Манго лутаем. А так, здорово. Да, я думаю, что кто-то там на волтах будет сидеть слабенький еще. Справимся. Так сыграем. Просто дазл Т2 сейчас манго может потяжелее будет получить, но я думаю, разберемся. Еще этого друида надо бы найти. Так.
Так, сделаю. Пробую раунд так постоять. У них может зайти кто-то, кто меня пробьет. Таких двое только, ну. Ладно. Раз, два, три. Ну, манга сейчас, да. Кинг. Он не заходит, да. Как же мы цепляемся за козочек, а чем они цепляться? Если манга легкие, тут предсказуемые, за хускара могу не платить. Могу, ну, другими этими, подешевле силами, по, ну, потом поперспективнее в будущем играть. Из хумов. Хумов поставлю, выиграю, выиграю. Я могу без манга золотого сыграть, потому что много слабых. Два приста тоже такое. Классико. То есть меня его такой вариант устраивает. Так, слева. Да. Я проигрываю, нормально. Виза легенда здорова. Классико. Саня здорова. Так. В принципе, нормально получилось все. Классико. Так, даже сделаю. Переплачивать здесь не хочу. Он здесь тоже так нажимал. Играем нормально. Дед Бобби, здравствуй. Почему я в прошлый раз мог поставить два приста, там три хума, но если бы ко мне пришли там слабые столы, было бы обидно. Поэтому ничего страшного, что танга не залутали. Так бы, чистый хум, хоть какой-то бы компенсация была бы. Дасик. Да, я сейчас ухмом буду стоять просто. Мне здесь нет цели золотая манга золотать. Да, то есть, видите, то есть лучше так сыграть. Спокойно, все сделаем. Классико. Волк, здравствуй. В принципе, при удачном обстоятельстве, при удачном стечении обстоятельств, тут и даже так можно золотые манги золотать. То есть, допустим, по геду заходит на 17-м, я бы, наверное, его и так не дефнул, но... Просто как пример, если бы там выставился. Классико. Вот. Так, ладно. Так. Рэп-ассасин, здравствуй. Волк, я уже стримлю часа 4, если что. Так что скоро офать будем, вечера ждите. Стримим часто, будем с утречка тоже стримить часто. Часто будет два стрима. Перед стримом тренировочка. Классико. Там.
Дримдизи, здорово, салам. Биба, здравствуй. Так, тут вроде как агров банят. 3 часа 47 минут, да. Вот, как раз по кеду заходят. Вот про это я говорил, то что... Он не настолько сильный, то есть... Еще шанс на золотой манго у нас есть. Медасик. И подрались. А там я еще выиграл. То есть видите, как вообще тут шикарно играем эту игру. Гроб забаним. Усилимся. Следующий раунд надо как-то проиграть. Я просто стол уберу. То есть хумов поставлю. Ну последние манго плохие. Нужно 6 хумов поставить. Выиграю там. Кто-то меня выиграет и так. Просто оставить. Ну не хочу тут это. Что будет, то будет. Ну вот он меня выиграет. Шаман. Медасик, если что, дам, если тут призыв будет. Да, призыв будет. А, нет, уже не будет. Ну, шикарно все, все сыграем. Отлично. Да, вот такое золотое манго сыграем. Зачем тебе секири бара? Возможно, шаманы хорошие. Здесь шаманы драконы. Поинтереснее, да. Нормально будет так. Манго еще золотаем, все получится у нас. Так, нормально. С один снова. Снова плюс один, да. Да, по-моему.
меня ДК нету еще. Так, сделаем. Гира, да? Гира есть. Кунку надо взять. ДК надо найти еще вместо этого, вместо леги ставить, чтобы у меня вайпера можно было убрать. Этот не нужен, потому что дизраптора с шейкером буду ставить. Арк тем более есть. Элдора чуть-чуть опоздал на пару секунд. Ладно. Так, доедем. Назгал здорово, Ван. Здорово, здорово. У меня арт придет, будет полегче. Вот так. А на хпшку сейвим. Так, ДК нету, визарды, там рубик нужен. Это так. А стол какой-то адекватный, и потом уже экономику возвращать. Там к тому же карта есть. Ну, стол хороший. Классико. Лирик, здорово, бро, здорово, Петь. Два бар, куда он делся? А что-то помешал мне. Не захотел с ним продолжать иметь дело. Да, у меня пока просто нету лег. Вот здесь две леги такие. Вот пяти драконов тоже с шаманом тоже хотят. Классико. Молодец, здравствуй. Да, мне бы арка. Раз у меня биопон, я же еще шмоток могу наделать хороший. Так, Энигма еще пришла. Я ни одной леги не открыл. Но оно и понятно, тает еще есть. Но не открыл и не открыл. Бухтеть, да. Так.
пока не знаю, как буду делать. Виталя, здорово. Пошел вчера вечером к Аркиду, сейчас вернулся за комп, твой уже стрим уже работает, круговорот трейдов или вроде часа, да, получается. Передаем эстафеты. Ну, ко мне Рондыч, получается, там, получается, к Рондычу, к Аркиду, наверное, не знаю. Я уже проснулся, когда Рондыч стримил. Пишить не надо, но... Дент. Вот это лучше против шаманов. Очень хорошая шмотка. Необходимая. Пока все здесь оставлю. Копим голдишку, чтобы выйти. И драконы. Ну, кстати, под 5 драконов мне ДК не хватает, что странно, да? С ДК-то должны были найти. А вот под дракона шамана мне много чего не хватает. Магов не хватает там. Да ладно, продам. Лавис помакнул, можешь попробовать его в троечку закрыть. И дадут, конечно. У меня еще есть Виапон. Словно шпаков, шейкера, дракона. То есть дизраптор, шейкер, шейкер инстакасти, дизраптор касти превращается, это очень здорово. А вот то, что вот эти шмотки как-то переделывать. Тут Кая может быть, условно. Нормально живем. За 4 хп тангусы есть, 10 будет. Без шаманов 4 орка. Декра появился. Так, кого тут еще можно добавить? Котлана. Следующий ход ап на шаманов, я думаю, поставлю. Сразу дам шмотки. Еще что-то крафтить, может, надо будет. А не задел, кстати, моего. Вот так есть.
Хотя, наверное, так оставлю все равно. Шибару надо было поставить. Рубика нету. Смотри, прям сильно хочется вставить. Так, ну есть. Так. Так, рефрешер. Так, а если я сразу тут шмотку получу, и у меня аганим будет? Может, это и не надо? Ритуал урона 5 драконов, но это полная фигня. Нужно что-то лучше делать. Кубик. То есть Тайтис через Виспа с аганимом круче. Шмотка нужна. Шмотки-то нет, да. Вот так сделаю. О, шаман. Рубика потом найдем, да? Так, мне Тайта еще надо как-то ставить. Два Таурена. Так, кого я отказаться-то могу здесь? Так, мне получается шейкера нужно найти. Тут же не играют у меня. По идее, Тайт не играет. Спата уже нету. Так и заряды начал копить. Че отказаться от него? Ну чисто, чтобы кому-то другому не достался. Один Тайт. Да, давай. А этот Т2 не нужен, потому что шаман, да. Т3 точнее не нужен, все правильно. Зря я его тут постараюсь собрать. Так меня устроят. Сейчас, если шейкер есть, да, если вылетят ребята кто-то с шейкером, то я начну искать дальше.
У меня тоже статик шторм, кстати. Вот так примерно ставлюсь. Плоски подходящие. Или Меркейп. Это дорого. И дракон тебя вынесет. Какой? Вот этот, что ли? Так, ну тогда я сохраню. Так, кто там еще у нас остался? Вот. Шейкеров мало в пуле, поэтому я не ролю. Мне особо шейкер нужен, и Т2 фигурки. Шейкер достаточно сильный будет, это Т3 лего будет. То есть каст плюс Т3 лего. Далеко все. Поэтому посидим тут, не дергаемся. Это нет смысла, да, нажимать. Вот сюда есть смысл. В принципе, если он айспас постелит, то... Разберемся. Джигром, здорово. Так, тут 6 шимана, 4 таурена. Кастим, превращаемся. То есть у нас 2 Т3 леги будет в драконах. Это же нормально. 3 Т3 леги, если шейкер апается. Это плюс с драконами, с богами. Еще с зарядами блудстоуна. То есть это вполне хорошо все. Okay. Да, если выбивает еще шамана. 6 орков, 6 шаманов. Русская. А это сохранил, просто я его забираю, чтобы другим не достался. Условно, если здесь посмотреть. Раз, два, три, смотри, хорошие. Словно раз дракон есть хорошая, мека есть хорошая. То есть мне особо тут делать-то и нечего. Рефрешер, то есть догон какой-то, БКБ. Самая сильная, да. Двугром, да я же не вижу. Не все успеваю видеть. Здорово, здорово. Бия бараж тоже. Гоним, но его сложно сделать. Еще один рефрешер. Вестура не нужна. Ну в кого? В Джакира Т2? Да, Вестура хорошо. Ехали. Джакира, если будет Т2. Пока, кстати, можно в этого Вестуру дать пока что. Дракона. А реально Вестуру Джекира дадим. По магам тут урон. У вас сколько дизрапторов? 2 дизраптор. Уже нашли все, поэтому чистота и досейвим. Антер и дуза сильная. Вот он. В Леона.
А нет, так у меня будет шаман тоже этим демоном. Леон спел. Хотя, если Джекир это 2, то понятно, что... Рев ДК, может? Опа. Дальше тут у меня места нету. А так что, вообще не хочу, да, менять. Может, второй статик будет? Сейчас нужно знать, кто зайдет. Я точно сейчас не буду это нажимать. Да, здесь статик хорош. Рапира просто, да, у меня тут дефово. Да. Тут его шаман. Рапиру мне, наверное? Нет, не мне. Не мне, почему не мне? Рубика потеряли. Гони, может, еще в тайда поместится. Рубика апаем. Пораливаемся. Рапира нет, ну ТК есть. ДК нормально. ДК шаман. Кентавров больше нету, да. На Вестур забирай. То есть на него не действует, да, Вестура? Да. Не хватило. А, не хватило, не хп. На него не действует Вестура, оказывается. А в кого-то другого дать. Пусть танкует тогда мальчик. Зря танго жмешь. Гердерон, заточились. Зря пишешь. Видишь, не зря же получилось. То вам я, то почему танго не жмешь, то наоборот. НК. Исчезни. И исчезну. Сильный град. У меня золотой этот. В общем, агоним, да, надо будет делать. Такая Вестура не подходит нам. Джаггер крутится, толку... Толку ноль, да. Зря пишешь, да. В общем, надо два Джакира сделать, тогда в него можно дать, может быть, Вестуру. Может быть. Но, по идее... Бенимчик нам надо делать. Бышки нет там. Лазер, здорово. Ну ладно, сейчас разберемся со шмотками. Беспы могли быть. Мультикаст. Идеально.
Нахер знаю. Почему раньше... О, сработались. Там шрауд, да. ХП не потерял, поэтому шрауд сейчас у меня не работает. О, рапира. Плохо. Жди гром. Для паши вместо ландышей. Я поставим. Ну что, рапиру тоже берем? Рубик новый нам нужен. Заряды потеряли. Классико. Блин, он у меня сходу умер. Все, ГГ. Блин, какая большая разница. Большая разница, да. И вайпер надо делать. Резист появился. Одно. Да, дать. Чисто потрогать. Мама, не. Спасибо, Джиграм. Спасибо, брат. Так, и Пашеньки еще. Еще 4 часа дня, ребята. О, я там, о, я там не вижу. Работаем. Так, это пошли приколы, да? Дази бой, здравствуй, Серега. Геймер в котла, чтобы жил. Да я знаю, знаю. Я поэтому и понял, что ошибка была рапиру давать. Клип сейчас будет, будет. Все понятно. Актеры, почему актеры? Я старался. Меня в чатике учили, я старался. Классико. Так, блин, клип потеряли, да, чуть-чуть. Вовка Каркиз.